парад ежегодный чемпионат Кубка Дракона построен команда Шепарада Старсель Старина. Кто же Михаил? Лапочка Михаил! Рады приветствовать вас на нашем соревновании. Слово предоставляется первому вице-президенту Федерации кунг-фу России Суркову Владимиру Олеговичу. Девчонки, сегодня такой хороший спортивный праздник. Мы собрались сегодня, смотрите, сколько нас много. Каждое соревнование у нас больше, больше, больше. Да? Приезжают даже спортсмены из других городов. Конечно, из-за ковидных ограничений мы не можем пока проводить всех в большом зале. Но даже то, что я сегодня вижу, это уже здорово. Сегодня уже надо просто от души показать свой уровень. Не нужно уже переживать. Переживать надо когда? Когда на тренировке что-то не получается, да? А сегодня уже все получается. Сегодня вы уже молодцы. Выходим, показываем максимальную технику, силу и скорость. И получаем заслуженную свою награду. Если что-то не получится, ну так не страшно. Можно же дальше поработать, да, дружище? В следующий раз получится. Обязательно, но только если ты будешь дома работать еще, да? А если так ничего не делать, то в следующий раз уже может не получиться. Не согласны? Да. Итак, сегодня хорошо-хорошо показывай. И потом счастливые едем домой отвечать свою заслуженную победу. Внимание, парад! Равнение на флаг Российской Федерации! Шагом марш!